Он внес большой вклад в развитие не только Прикубанского района, но и всей республики. Хусейн Магомедович Казиев ушел из жизни 4 года назад. В память о нем уже второй раз проводится турнир по боксу. На этот раз спортивные соревнования шли 5 дней. На памятном мероприятии в Прикубанском районе побывала Алла Качиева. Умелый руководитель, неравнодушный к проблемам и заботам земляков, любящий родную республику и настоящий патриот страны. Под руководством Хусейна Магомедовича Казиева Прикубанский район активно развивался и благоустраивался. Строились школы, дома культуры, детские сады, спорткомплексы, где на сегодняшний день развивается подрастающее поколение. По-особенному он относился к спорту. Скажем, первично он рассматривал в числе самых основных вопросов социальных. Спорт он ставил во главе. Здоровое тело, здоровый дух, здоровый человек, здоровое общество. Соревнования собрали в селе Дружба более 150 ребят из 8 регионов России. В течение 5 дней на турнире по боксу разыгрывали медали в 4 возрастных категориях. Как отмечают организаторы, бои проходят на хорошем уровне. В них участвуют победители первенства России и Европы. Почему бокс? Потому что Хусейн Магомедович сам в прошлом занимался боксом. И в 2019 году вот решением администрации района родственников мы провели первый турнир. Но потом в связи с тем, что вот эти пандемийная ситуация в мире, 2 года мы не могли проводить. И вот в этом году это второй турнир. Он очень любил боксеров, помогал боксерам, вот поэтому проводим этот турнир. И в дальнейшем мы планируем, чтобы этот турнир стал уровня класса А, где будут присваивать мастеров спорта. Но пока такие планы вот есть. 22 декабря Хусейну Магомедовичу Казиеву исполнилось бы 70 лет. В этот день звучат его любимые песни. Юбилею посвятили и финальные бои. 15 пар боксеров на ринге демонстрируют свои навыки. И в итоге большая часть наград у спортсменов Карачаево-Черкесии. Победителей наградили грамотами, кубками и призами. Дамир Гумжачев из Черкесска мечтает об олимпийском золоте. В копилке у него несколько наград высшего достоинства с различных соревнований. Сегодня добавилась еще одна. Победитель из КФО 21 года, призер России 22 года, победитель юности России 22 года, победитель спартакиады Белоруссии 22 года тоже. В целях сохранения памяти Хусейна Магомедовича Казиева, также пропаганда здорового образа жизни и популяризация олимпийского вида спорта среди молодежи, этот турнир планируется сделать традиционным. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.